Програма «Новий день» продовжує свою роботу у прямому ефірі, та зараз на вас чекає наступна тема. Всі пам'ятають сюжет про затримку соціальних виплат, а саме грошей на дітей. Мешканці селища Великодолинське, жінки, матері, тоді вийшли навіть на акцію протесту. І потім у нашій студії був присутній колишній очільник Ковідіопольської районної державної адміністрації Ігор Литвинюк. Тоді мова йшла про те, чому затримуються соціальні виплати, і певні прізвища тоді прозвучали. Зараз до нашої студії завітав депутат Овідіопольської районної ради Юрій Нікітінський, людина, яка не погоджується з певними висловами, які прозвучали від Ігоря Литвинюка. Що ж, пане Юрію, вітаю вас. Здравствуйте, здравствуйте. Так, і я так розумію, що питання стосувалося саме вашої причетності до затримки соціальних виплат у районі. Що ви можете з цього приводу сказати? Чому саме такі звинувачення на вас були? Ігор Петрович, ну, називає такими громкими словами, задержання, там, к чому-то я був причастен. Я пытаюсь объяснить, я прийшов к вам на ефір, що указать, вот у меня документы есть о том, так, что прошу, всего лишь свидетель вот данному факту. Я не должностное лицо, я не получаю зарплату, я всего лишь депутат и частный предприниматель. Игорь Петрович кричит громкие задержания, никого не задерживали, абсолютно все, ну, как бы Игорь Петрович, конечно, написал правоохранительные органы, чтобы они разобрались с ситуацией, но ситуация вызвана не совершенно не тем. Ситуация вызвана тем, что Игорь Петрович пришел и начал как вам сказать, безграмотно проводить свою политическую и должностную политику в районе, уволив главу, начальника управления праці, и тем самым повалил, получается, всю работу по соцвыплатам. Это все прекрасно знают, и все, получается, абсолютно как бы осведомлены этой ситуацией, которая у нас творилась в Овідіопольському районе. Депутаты висловили недовіру Игорю Литвинюку, это было так, не так давно. Чому? Значит, Игорь Петрович, как только пришел, с самого начала началось противостояние среди не только депутатов, а и поселковых советов. Дело в том, что Игорь Петрович, как пришел, он должен был заниматься работой, а он занимался выборами. Он начал назначать, пошли же выборы в местные советы, он начал назначать на председателей поселковых советов людей с Киева, с Винницы. Тем самым начал, ну, возмущение пошли в поселковых советах, что людей не знают. После того, как пошли выборы и люди выиграли, его ни один кандидат не вышел. Ни один кандидат не вышел. В итоге он начал возбуждать уголовные дела на всех председателей поселковых советов. И до сих пор затягивается. Вот в Таирово сейчас на данном этапе слышали выборы Таирова. Потому что уже так затянули, что просто абсолютно нельзя дальше продолжать работать. И, кстати, он начал ставить своих кандидатов только на крупные поселковые советы, а именно богатые поселковые советы. Это Каролина Бугас, это Дальник, это Великодолинская. Все поселковые советы, которые кормят наш район. После этого, когда он вот начал негодование это пошло, он провалил бюджетное. Бюджет. Принятие бюджета. Он обратно же уволил начальника финуправления, начальника отдела труда. И абсолютно вот безграмотно пошло принятие бюджета с минусом 10 миллионов. Вот абсолютно непонятно, что происходило по поводу этого. После этого, ну вот, вот все начало накапливаться по поводу негодования всех людей, всех депутатов. Дальше пошло, сорвалось питание детей в школах. Сорвалось питание детей в школах, и именно благодаря главе Овідіопольської районної ради Маклашевскому Олегу Викторовичу, значит, он начал объезжать поселковые советы, которые начали помогать. Не Игорь Петрович, а именно глава районной рады. Хотя это обязанность Игоря Петровича. Они начали датировать, и вот каждый поселковый совет дал, и у нас приняли питание в школах. Архитектура. Архитектура – это вообще, это вот все накапливалось постепенно. В архитектуре 2 сотрудника, остальные все волонтеры. И вот эти волонтеры брали взятки. И на взятки попался его зам. Который, получается, громкое было заявление. Значит, это было доказательство того, что они не пришли работать, а брать взятки. Потом обратно же был сорван в школах подвоз детей. Ну, горюче-смазанные материалы, была подготовка тендера. Ваши специалисты, Игорь Петрович, подготавливали этот тендер.
Ваши юристы готовили его. Он потом в итоге, получается, подал уголовное дело, ну, точнее, опровержение, и этот тендер был принят, расторгнут, и обратно же сорвалось подвоз детей. Благодаря депутатам районного совета начали выделять свои собственные средства, хотя деньги в бюджете на это было заложены, и перестали, ну, своими личными силами подвозили детей в школы. Дальше, обратно же вот по социальному управлению, он уволил начальника управления праси, начальник управления праси. И с самого начала, как прошла вся ситуация, начали не выплачивать коммунальные услуги. Были тоже митинги у нас в Овидиопольской администрации. Все коммунальные предприятия начали поднимать протест, потому что они не получали выплаты. Обычные свои люди, которые дворники, они не получали дотации по субсидии. Это провал был, понимаете, когда люди вышли на митинг получить свою полностью зарплату, он убежал. И вот каждый раз, когда только у него какая-то ситуация происходила, он убегает, либо через задний вход, либо люди за ним бегают, и его вот уже сколько случаев, когда было. Значит, еще пару, буквально два тезиса скажу. Да, Игорь Петрович, пришевший к нам в Овидиопольскую, ну, администрацию работать, к сожалению, не назначил никого. Вот он просто всех поубирал, а назначить не назначил. 15 советников, 12 или 15 советников у Игоря Петровича есть, а никого нет. А назначенных нет. А все это лишь почему? Потому что вы прекрасно понимаете, когда это советник, это одно. А когда это должностное лицо, которое получает деньги, это совершенно другое. Так вот, через этих советников обратное доказательство было того, что берут взятки у нас в Овидиопольском районе. И взятки не такие, которые там просто порешал, а именно серьезные взятки, которые вот архитектора своего поставила, она полностью провалила работу, люди жалуются, бегают, не знают, что делать. Ну и вот вообще мне было, конечно, удивлено кадровая политика в области. Вы знаете, если я не ошибаюсь, я молодой политик, я абсолютно вот только вот первый срок депутата районного совета, до этого был депутатом поселкового совета, но я вот проводил статистику, в области только за 25 лет независимости Украины всего лишь один раз было недовера. В области, а теперь посмотрите, 10 недовер. В Овидиопольском районе за 25 лет ни одно недовера. А тут крах. Каждый район принимает недоверу. Это не позыв для областного руководства задуматься, кого они поставили. Кого они поставили на руководящие должности, которые абсолютно люди, получается, некомпетентны. Они не понимают, о каких конкурсах может говорить речь. Вот у Игоря Петровича какие-то мнимые там вещи о том, что вот президент уволил его 28 числа, 28 июля. Он занимал свою должность. У меня есть вот распоряжение президента. Он ссылается на какую-то статью и оспаривает решение гранта Конституции. Ну, где это видно, в какой-то правовой стране? А что самое тему решения? Решение сказано? О том, что президент своим указом, распоряжением звільнив його. А він не погоджувався? Він до сих пор не складе повноваження свої. Ага. Ну, только из-за того, что вот эта ситуация пошла, у нас опять пошла затримка соцвиплатами. А як ви вважаєте, як сьогодні можна цю ситуацію все ж таки виправити і що робити, аби жінки, матері отримали ці кошти? Розказую. Значить, 25 числа я к Ігорю Петровичу подошел, спрашиваю: Ігор Петрович, коли ви сложите свої повноваження, для того, щоб можна було б, ви підписали, ну, как бы, сложение повноваження, і другой хто-то би підписав фінансові платежки, щоб люди получали зарплати. Всі ж сиділи без зарплати. Уже вот месяц сидели все без зарплат. Он категорически настаивал, что он там законно избранный, хотя казначейство документы его подписи не принимало. Ну и, соответственно, произошла у нас драка. Он меня побил, о том есть вот оголошенному пидозра по 353 статье, вот, пожалуйста, начальником области полиции подписано. Потримайте декілька. Да, вот, если можно, вот так. Значит, по 353, о том, что он не имеет права занимать эту должность, а по фактам мне получил АКСМЭ и снял побои в Одесской судмедэкспертизе. Сейчас, как только придут результаты, то у вас будет еще одно дело. Значит, вот еще один документ, который подтверждает, что внесено до РДР. Значит, о том, что мне нанесены были побои, и 353 статья тоже тут указана. Значит, а все это было вот против меня настрой. Почему против меня? Потому что я был главой комиссии, которая тогда и принимала решение о недоверии Литвинюку Игорю Петровичу. Были комиссии, которые юридически подготовлены, а я именно считал голоса. Я проводил комиссию, вот у меня документы, значит,
Ну и последний факт тоже, хотелось бы тоже указать. Я вот пару дней назад был на Думской, выступал, так он мне прямо в прямом эфире начал угрожать, что меня уничтожит. А о этом факте тоже правоохранительные органы известно, mm-hmm. они занимаются этим вопросом. Но вот то, что творится сейчас абсолютно у нас в районе, это просто кошмар. Так, до речі, про щодо ситуації в Відіопольському районі, ви вже трошки про це сказали, але все ж таки, які на сьогодні ще є такі проблеми, проблем які очень треба много. Негайно вирішувати? Да, проблем очень много. В даному случае нету ні зама, нету ни главы администрации, нету вообще нету никого руководства, которое может что-то подписывать или что-то выдавать, какие-то распоряжения. Понимаете, это крах. Это просто крах. Я не знаю, как дальше. Если областное руководство или кто-то не прислушается, я не знаю, что дальше будет. Так вот, 25-го, когда я пришел, настоял, 26-го в нему ворвались в кабинет женщины, мамы, которые с детьми. Ворвались в кабинет и начали ему угрожать в плане того, чтобы он подписал звільнення. Он подписал звільнення, и после этого сразу пошли платежи, получается, мамам. Мамы начали отримывать свои кошты. Угу. А он убежал через черный вход и побил даже 5 женщин, которые написано тоже заявление в милицию. Так, це дійсно така драматична ситуація, на жаль, те, що таке відбувається, дуже прикро. Що ж, ну, ви як депутат районної ради, і Відіопольський район, дійсно, про це всі знають, що дуже потужний район з дуже великими перспективами, так? На вашу думку, який сьогодні потрібен очільник цьому району? Ви знаєте, щоб ефективно працювати? Да. Ви знаєте, ми, кстати, вот депутатським корпусом обсуждали этот вопрос, нам не нужно, можно, конечно, было бы хорошо, когда свой. Он у себя в районе будет, ну, только лишь патриот своего края может что-то сделать в своем крае. Вот так, я думаю. Но мы просим руководство страны и области назначить хоть кого-нибудь. Угу. Ну, кроме Игоря Петровича. Вы понимаете, мне кажется, что это просто, вот мне кажется, другой ставленник будет более прислушиваться к депутатскому корпусу. А если нет, просто пусть руководит. Но этот же вообще ничего не делает. Вот просто ничего. Вы понимаете, как можно было бы поднять руку, мама с детьми, ему идет, а он бьет ее сумкой. Как можно было, есть прямой эфир видео, если надо, я предоставлю вам с удовольствием, покажу, как он меня, получается, сбивал. Заведено несколько уголовных дел. Его никто в районе не поддерживает. Ни один депутат, ни одна громада. Я вас зрозуміла. Ну, що ж, і якщо підсумовувати нашу розмову, про проблеми говорили, але все ж таки, ну, мабуть, є і позитив сьогодні, так, певний? Да, положительні сторони є. Розвитку району. Значить, то, що він передав свої права підписи начальнику юридичного відділу Скворцову, і виплати пішли. Ну, це як-то знизило напряг, виходить. Ну, перспектива району тільки в тому, після того, як у нас буде новий глава адміністрації. Я би зрозуміла. Дякую за те, що ви до нас прийшли. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, за розвитком подій у Відіопольському районі. Знов таки, можемо надати майданчик і готові надати майданчик для виступу всім, хто не погодився з думками, які пролунали під час ефіру. Що ж, і нагадаю, що гостем студії був Юрій Нікітінський, депутат Відіопольської районної ради. Дякую за те, що прийшли. Спасибо. Наша програма на цьому поки що не завершується. На вас чекає ще сюжет про цікаву спортивну подію, яка днями відбулась на Одещині. А я всім кажу до побачення. Дякую за увагу. Хай щастить.